Всем привет. Хочу делиться радостной новостью. Я бы дал. Предыстория. Компания Mindhunter объявила конкурс, в котором предложила всем владельцам арбалета Мамонт участвовать в конкурсе. Предлагалось снять небольшой видеоролик, строгих рамок не было, и я выбрал вариант рассказать о своих ошибках и показать, как я их исправил. В результате вот мой приз. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать спасибо компании Mindhunter за возможность вообще выиграть арбалет такого класса, потому что в момент выбора мной мамбы дом вообще не рассматривался. Я банально не тянул бюджет. Для меня это достаточно весомая покупка. А здесь получилось его выиграть. Очень здорово. Поэтому огромное спасибо. Отдельное спасибо за комплектацию. И на ней я хотел бы остановиться подробнее. Во-первых, пришел арбалет вот в таком чехле, в сумке, то есть вопрос с транспортировкой и хранением по сути решен. Есть пара нюансов и доработок, связанные именно со стыком переноски, но это уже нюансы. Внутри скрывается вот такой вот старший брат Мамбы. Прицел, кивер, все в комплекте, и хочу обратить внимание, кастомные тетивы от Михаила Сбродова тоже сразу же были установлены на арбалет, и это тоже очень здорово. Как-нибудь расскажу свою эпопею с Мамбой, там есть пара интересных моментов, про которые рассказать. Вот, и момент, на котором я, если честно, чуть не прослезился, потому что вместе с сумкой, арбалетом Mindhunter послали мне стрелы. Много качественных стрел. Это кармы, самые тяжелые во всей линейке. Очень крутые. Постреляем еще. И думаю, насколько я понимаю, самые высокотехнологичные и скоростные. Выглядит все очень здорово, упаковано все шикарно, поэтому огромное спасибо. И последний момент, на котором тоже хотел бы остановиться, это сказать очередное спасибо за возможность реализации себя не только как стрелка, таким комплектом грех не стрелять, но и в сфере видео. Монтаж, съемка, свет, звук – это тоже достаточно интересно, и хочется рассказать обо всем этом на хорошем, достойном уровне. Я думаю, у меня получится. Ну что ж, впереди много работы, много интересных и разнообразных задач. Поэтому пойду готовиться. Все. Всем удачных выстрелов.